Всем привет, вы на канале Crypto Freelance. Сегодня у нас тестнет Kinesis Labs. Я его прошел, но видео не сохранилось, поэтому я детально вам покажу, что нужно будет сделать. Официальное руководство я оставлю в описании. Нам понадобится тестовая сеть Elmos и тестовые токены. Переходим вот на сайт, копируем наш адрес MetaMask, тут вставляем и получаем тестовые токены Elmos. Дальше переходим на вот такую страничку. Тут тоже нам нужно будет получить USDC. Вы попадаете на следующую страницу, где вы нажимаете Write Contract, опускаетесь ниже, и в четвертой строчке вы в первой графе вставляете ваш адрес, во второй прописываете количество токенов, которые хотите получить. После этого переходим на сайт Testnet, подключаем наш MetaMask, меняем наши USDC на токены USDT, FRAX и KUSD. Я менял по 300 монет. После этого переходим во вкладку Liquidity. Нажимаем тут депозит, да, прописываем, я прописывал по 100 монет, подтверждаете, возвращаетесь назад, выбираете второй пул, тоже делаете депозит, старайтесь поставить в MetaMask газ побольше, потому что транзакции не всегда проходят. После того, как вы все сделали, нужно будет ликвидность убрать какую-то часть, нажимаете вывод. И можно по одному токену выводить. Я вот здесь прописал проценты, там 10% я прописал и вывел токен. После того, как все сделали, снова ликвидите, делаете скриншот вот этой страницы, переходите в Discord, во вкладке Testnet Support, вставляете его, копируете адрес вашего MetaMask и оставляете отзыв или сообщение об ошибках, которые у вас возникали. Вы можете тут пролистать страницу вверх, посмотреть, кто что писал. На этом все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!